Осторожно, обман. Ночной звонок с незнакомого номера. Плачущий, неразборчивый голос сообщает: «Я сбил человека, помоги». Не дав времени жертве опомниться, следующий звонок. Теперь на другом конце трубки добродушный голос следователя. Можно замять дело, но это дорого стоит. Запомните, чтобы не податься на уловки мошенников, свяжитесь с родственниками и убедитесь, что с ними все в порядке.